Бек был внуком завоевателя Азии Тимура, который в XIV веке подчинил себе огромную державу со столицей в Самарканде. Но наследник не пошел по стопам деда, и завоеванием он предпочел научные знания. Улугбек был не только султаном, но и математиком, а также выдающимся астрономом. Недалеко от Самарканда он построил трехэтажное здание обсерватории. Внутри здания располагался главный угломерный инструмент – меридианный сектант, вертикальный круг. Это была поставленная на ребро четвертая часть окружности радиусом 40,6 метра. То есть радиус дуги этого угломера был сопоставим с высотой купола мечети Айя-Софья в Стамбуле. Рабочая поверхность вертикального круга была разделена посередине глубокой бороздой, так что он был похож как бы на две стоящие рядом друг с другом дуги окружности. Обе эти дуги были облицованы мраморными плитками с делениями, проведенными через каждый градус и обозначенными соответствующими арабскими цифрами. Внутри центральной бороздки помещалась маленькая тележка с приспособлением для точного отсчета высот светил над горизонтом. С помощью описанного меридианного сектанта, армиллярной сферы и астролябии были составлены точнейшие для того времени новые астрономические таблицы. Это был каталог 1018 звезд, не знавший себе равных по полноте и точности вплоть до 17 века. По исследованиям ученых обсерватории, звездный год равнялся 365 дням, 6 часам, 10 минутам и 8 секундам. Это всего на 62 секунды больше современной оценки. То есть отклонение в расчетах составляло всего 0,2%. К сожалению, внутренние распри за престол привели к тому, что Улугбек был убит, а его детище было варварски разграблено. Полуразрушенное сооружение разобрали на строительство других зданий. Ближайшие сподвижники Улугбека по астрономическим исследованиям, спасая материалы наблюдений, покинули Самарканд. Основоположником Стамбульской обсерватории в 1577 году стал астроном Такиюддин аш-Шами. Строительство финансировал султан Мурад III. Обсерватория размещалась в двух больших зданиях в анатолийской части города в холмах, что позволяло беспрепятственно наблюдать за ночным небом. В главном корпусе находилась библиотека и комнаты для технического персонала. В другом строении хранились астрономические приборы. Для астрономических наблюдений использовались практически те же инструменты, которые впоследствии использовал европейский астроном-наблюдатель Тихо Браге. Среди них были огромная амиллярная сфера и механические часы, с помощью которых измерялось положение и движение планет. К сожалению, Стамбульская обсерватория была разрушена султаном по социально-политическим причинам. Несмотря на это, Такиюддин оставил богатое наследие – книги по астрономии, математике и инженерному делу. До конца X века уровень астрономии на католическом Западе оставался весьма невысоким. Первые профессиональные труды по астрономии на латыни переводились с арабского языка. Французский преподаватель астрономии Герберт совершил путешествие в Испанию, южная часть которой, Андалусия, в то время была занята арабами. Он приобрел несколько арабских астрономических и математических манускриптов, некоторые из которых он перевел на латынь. Пик переводческой деятельности пришелся на XII век. Итальянец Герард Кремонский перевел с арабского на латынь более 70 книг, среди которых «Альмагест Птоломея», «Начало Евклида», «Серфика Феодосия», «Физика» и «О небе» Аристотеля. Наиболее популярный из университетских учебников по астрономии был составлен на основе книги об элементах наук о звездах «Аль-Фаргани». Европейская астрономия вышла на уровень мусульманской только в XV веке благодаря деятельности венских астрономов Пурбаха и Региамонтана. Пути проникновения теории мусульманских астрономов в Ренессансскую Европу пока не ясны. Возможно, роль передаточного звена сыграла Византия, некоторые ученые которой проходили обучение в исламских астрономических школах.